Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для MyRestaurant на быстрый фарм монет. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него будет как всегда в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и в принципе можете выходить с него. А дальше заходим во вкладку Exploits, если у вас нет никакого чита, и скачиваем любой предложенный чит. Либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня ролики буду показывать Star Legacy. А насчет Star Beta, сейчас в нем какие-то небольшие проблемы пошли. Почему-то он не хочет инжектиться вообще. Но я вот до записи видео проверял, у меня какая-то там ошибка с ним была. Так что, кто пользуется своим, не переживайте. В ближайшие, буквально вот сегодня день, пофикшу все. А далее, после того, как скачали чит, в поиске пишем MyRestaurant, нажимаем поиск. И здесь есть очень много скриптов, даже вторая страница. Там, если не ошибаюсь, по-моему, один скрипт лежит. Да. Ну, в принципе, какой вам скрипт больше понравится, тот можете использовать. Но мне больше всего понравился вот пятый по счету скрипт, вот этот. А чем он мне понравился? То, что здесь есть функция быстрого фарма монет, и она реально работает. Значит, чтобы получить нам этот скрипт, нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз «Скачать». И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт. Далее заходим в настройки и обязательно ставим DLL от CoreNL, потому что скрипт именно работает на этом DLL. Также напомню то, что DLL используется с ключ-системой. Дальше возвращаемся обратно и нажимаем Inject. И ждем, пока заинжектимся. Может это быстро произойти, может быть долго, но как видите, у меня быстро произошло. Отлично. Далее, все, что нам остается, это нажать кнопочку Exclude. Нажимаем ее и ждем, пока загрузится сам скрипт. Все, вот он загрузился. Отлично. Переходим во вкладку MyRestaurant. Тут, в принципе, помимо вот этого скрипта на быстрый автофарм денег, есть еще другие, но я их не проверял. В принципе, можно быстренько одним глазком глянуть их потом. Значит, сейчас смотрите очень внимательно на мой баланс денег. Как он прибавляется очень мало, и как сейчас будет прибавляться, когда я активирую этот скрипт. Ну, я думаю, вы готовы. Поехали. Все, я нажал. И следим внимательно за балансом. То есть прибавлялось очень мало, а сейчас прибавляется по несколько тысяч. Вот сейчас округлим, 83 тысячи было, и буквально за 10 секунд стало на 11 тысяч больше. Как видите, этот быстрый автофарм реально работает, он сильно очень помогает. В принципе, мне кажется, кроме этого автофарма больше ничего не нужно, в принципе, там купить... Всякий декор вы можете сами, дальше работников нанять вы тоже можете сами. Самое главное, вот мне кажется, то, что работает вот этот автофарм. То, что очень быстро фармятся деньги. И особо других функций, я думаю, никаких не нужно. Но если вам хочется побольше функций, возможностей, то можно вот активировать тут другие скрипты. Даже не знаю, вот какой активировать, ну, допустим, Milkup. Давайте посмотрим, что это такое вообще. Открывается у нас скрипт. У меня почему-то тут уже одна функция включена. Странно. А если отключить ее, что будет? Ну, автофарм быстро вроде бы работает. Он не отключился. Отлично. Тут тоже, в принципе, есть быстрый автофарм, но не знаю, насколько он быстрый. Получается, чтобы быстро все работало, нужно вот эти вот все функции включить, которые начинаются на инстант. И по идее, автофарм тоже будет быстрый, но не факт. Честно, я не проверял, не знаю, может быть даже медленнее будет работать. Я знаю то, что вот этот вот самый первый скрипт на супер маны фарм, он лучше всех, мне кажется, работает. Тут вот есть телепорты всякие разные, можете тпхаться куда хотите, получается. Здесь можно автоматически собирать подарки от Санты, но скорее всего сейчас это нельзя сделать, потому что, как я понимаю, это скорее всего на Новый год было.
По функциям тут вроде прикольных никаких не осталось, я думаю. Вот можно, кстати, оптимизацию включить, чтобы меньше лагало. Не знаю, поможет или нет. И какую-то золотую еду. Давайте включим. Не знаю, будет она работать или нет. Но пока я ничего не замечаю, то что что-то изменилось. Окей. Так, ну почему-то у меня работники очень плохо стали работать. Не знаю, с чем это связано. Может быть, это связано из-за того, что я активировал вот этот другой скрипт. И он немножко поломал первый, который я активировал. Короче, тут достаточно много скриптов. В принципе, как я до этого сказал, какой скрипт вам больше понравится, тот можете использовать. Мне лично вот понравился только вот этот быстрый автофарм, суперманный фарм. И все, в принципе, кроме него можете больше ничего не использовать. Но если вам не принципиально, там еще какие-то другие функции не нужны, то можете только вот его использовать. Ну ладно, буду на этом заканчивать. Напомню то, что ссылка на мой сайт будет, как всегда, в описании. А с вами был Избан. Если вам понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.